Доброе утро. Мы в аэропорту Внуково. Уже попили кофейку. Сейчас покажу, что купила. Подготовка к Новому году уже потихонечку начинается. Это мы еще дозавтракиваем. Так. Купила помаду Живанши. Очень мне нравится. Это я купила маме. Так, сейчас открою. Вот я открыла. Ну, вот что-то с чем-то. Как же они делают вот эти упаковки? Вот это все красный бархат. Живанши, помада, номер. Какой тут номер? 14. Стоит 31 евро. Закрой, пожалуйста, сейчас чек. Сколько же она? Да, на наши деньги вот я заплатила 2673. Да, дороговато, но ничего страшного. И все-таки я решила купить подушку для сна. Она с запоминающимся эффектом. Ну, не мягкая и не очень твердая. Приятный материал, такой вот велюрчик. Чехол можно снимать и стирать. Вот здесь вот плотно затягивается, поэтому спать будет очень удобно. Я померила, как продавец сказал, когда он спал на работе в этой подушке, он говорит, я спал сидя как на прямо на табуретке. Она высокая. А вот это вот снял, то есть эту картонку, да? Вот не надо было. Так, стоила она 29 евро, в пересчете на рубли 2525. Я просто хотела фирму посмотреть. Все, ждем нашего вылета.